Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. День России – государственный праздник и является одним из самых молодых праздников в стране. По инициативе администрации города была проведена акция по раздаче флажков и значков с изображением российского триколора. Поддержать идею на улице города вышли студенты трех учебных заведений. Сегодня мы хотим поздравить всех россиян с наступающим праздником День России, пожелать вам всего самого наилучшего. Мы, как граждане Российской Федерации, гордимся нашей страной. Мы верим в ее светлое будущее, и мы желаем вам всего самого лучшего. Надеемся на то, что этот праздник останется в ваших сердцах на долгое время. С Днем России! Все мы хорошо знаем, что 12 июня – День России. В преддверии этого праздника мы решили со студентами Аграрно-экономического колледжа напомнить нашим горожанам о предстоящем празднике. В честь этого праздника была раздача флажков всем жителям, проходящим, водителям автобусов и машин. Поздравляем вас еще раз с предстоящим Днем России. Как отметили организаторы мероприятия, проведение акции направлено на патриотическое воспитание молодежи и жителей города, формирование чувства гражданственности, а также популяризация государственных символов России. Комментируя организованную акцию, горожане выражают слова благодарности в адрес волонтеров и организаторов. Сегодня мы поздравляем вас с наступающим Днем России и хотим подарить вам эти значки. Поздравляю всех с Днем России! Молодец! Акция под названием «Я россиянин, я дагестанец» в Хасавюрте проводится на ежегодной основе. Проведенные акции в местах массового скопления людей волонтеры охватили более 500 человек. Прохожие и водители с большим удовольствием принимали поздравления и были рады видеть, что студенты ценят патриотизм и призывают к этому общественность. Пурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».